смотрите гороскоп Зурхай на ТВ. Сегодня вторник, 6 апреля, 25-й день по лунному календарю. День успешен для тех, кто родился в год мыши, змеи, лошади и свиней. В этот день хорошо постигать науку, развивать навыки, отправляться в путешествие. Благоприятно лечить болезнь, проводить операцию, изготавливать лекарства. Также сегодня хорошо приводить невесту в дом, отдавать дочь невесты. Не стоит сегодня устраиваться на новую работу, отправляться в дорогу при умножении материального богатства. Стрижка волос к усталости. И помните, в каждом человеке есть солнце, главное дать ему светиться. Абсолютно безопасные, стоит меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.